Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 15 марта. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Говорят, что какая погода в этот день выдастся, такое и лето будет. Коли с крыши без остановки капает, лето теплым будет. А ежели за окном метель разгулялась, это сулит нам затяжную весну и неурожай. А какая же погода ждет нас завтра, 15 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Новый Рукав Ржевского района Тверской области зима пока уходить не торопится. Ртутный столбик становится на минус 2 градусах, а вдобавок еще пойдет снег. Так сказать, все приметы зимы налицо. В деревне Рукавичино Почепского района Брянской области немного потеплее, там 0 градусов. Признаки весны тут тоже не особо заметны. Из осадков местным достанется снег, а через пару дней к нему еще добавится дождь. В деревне Рукавец Невельского района Псковской области тоже неопределенная погода. То ли весна, то зима, не поймешь. Ну ладно, хоть осадков нет. Наслаждайтесь солнцем. В деревне Рукавово Большесельского района Ярославской области минус 3. Там погода вдруг решила немного поморозить жителей, да еще снега вдобавок выдать. Как прогнозируют синоптики, осадков будет много. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!